История колледжа Московии начинается еще в 50-х годах прошлого века. Образовался он на территории Московского коксогазового завода и готовил специалистов для этого предприятия. В 99-м году перешел под управление города Видное, а в 2014-м, после вхождения в его состав еще 4 образовательных учреждений юга Московской области, он переехал в поселок Развилка и получил современное название. Готовят в нем практически по всем востребованным сегодня техническим специальностям. Сервис на воздушном транспорте, организация перевозок, управления на транспорте, технологии продукции общественного питания, техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования, монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения. После окончания колледжа его выпускникам не придется самим искать себе работу по специальности. У учебного заведения заключены контракты со многими предприятиями по трудоустройству. Самый крупный – это московский аэропорт Домодедово. С ним мы сотрудничаем с 2010 года. Достаточно долгие отношения. В этом направлении мы развиваемся. В 2012 году открыли под аэропорт Домодедово 2 новых специальности. Это сервис на транспорте, организация перевозок, управление на транспорте. Для практической подготовки в колледже выстроили целый пропускной пункт пассажиров. Для атмосферы за бутафорскими окнами даже воссоздали взлетно-посадочную полосу аэропорта с остальными птицами гражданской авиации на ней. А вот металлодетекторы, сканеры и прочее оборудование – самое что ни на есть настоящее. Наша съемочная группа решила на практике убедиться в профессиональной пригодности студентов колледжа. Мы не будем играть в поддавки, такие предметы, как муляж гранаты и муляж пистолета, я думаю, они обнаружат быстро. Мы не будем их брать с собой. Вроде бы обычные женские туфли. Вот с этим все в порядке, я сразу раскрою вам секрет. А вот в этом находится имитатор взрывчатого вещества вместе с детонатором. Мы кладем его в другой карман, ну и попробуем пронести на борт самолета. Попытаюсь также пронести через рамку металлоискателя вот такой вот маленький нож. Добрый день. Ключи, телефон, часы, ремень. Все, вот, пожалуйста, на столик. Нож у меня обнаружили. Посмотрим, найдут ли ребята взрывное устройство. Эта туфля не вызывает никакого беспокойства, а иная, здесь находится уплотнение. И здесь это детонатор. Подается условный сигнал работнику полиции, который находится в пункте досмотра. И сразу человек арестовывается прямо в пункте досмотра. Если в сферу обеспечения безопасности перелетов влечет, как правило, мальчишек, то девчонкам больше по душе организация работы аэропорта с пассажиропотоками. Светлана Нестеренко в детстве перепробовала много увлечений, однако призвание свое нашла здесь. Это все интересно, вот как работает аэропорт, как люди управляют этой большим вот этим аэропортом, эти системы все, это надо все организовать, рассчитать. Похоже, у воспитанников колледжа Московии есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее. А в целом, благодаря тому, что правительство Московской области уделяет профориентации молодежи пристальное внимание, большая часть выпускников обретет профессию, о которой мечталось, а регион получит тех специалистов, в которых нуждается. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.